Армяне никогда не жили в Лачине. Они переселились туда незаконно после оккупации Лачинского района. И, наконец, они покидают город Лачин, село Забух. Потому что эти земли не принадлежат им. Это край наших предков, и мы скоро вернемся на эти земли. У меня трое детей, двое внуков. Наша мечта — вернуться в Лачин. В нашем селе издревле занимаются животноводством, садоводством. После возвращения на родные земли мы будем держать скот, заниматься посевом, заложим сады и цветники.